Здравствуйте. Хотелось бы услугу день рождения получить. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Поснимать для начала, а потом типа пойти купаться уже. Который час? Два часа дня. Горки размечены. Какое охеренное все-таки качество. Я сейчас транслирую на новый телефон, который мне дали в пользование на некоторое время, как раз к дню рождения. Емкости с горячей водой, к сожалению, заполнены сейчас. Стойка для спасателей Малибу. Прикольно, как огромный ангар. Я на машине проезжал, даже проехал сначала этот поворот. Я проехал, думаю, какой-то ангар стоит, какие-то теплицы. Типа я вообще даже не обратил внимания, не подумал, что это может быть аквапарк. Но внутри выглядит достаточно, ну как, ничёшно. Я на самом деле думал, будет намного хуже. А в целом оказалось весьма приемлемо. Вы меня знаете, я с этими вещами предельно серьезен. Давайте почитаем какие-то. Мне нужно текст. Текст читать необходимо срочно. Заборонены позиции, правила поведения. Нельзя. Сердце. Сердцем нельзя. С часами нельзя. Надо снять. И, короче, сиамскими близнецами нельзя тоже. Дозволены позиции. И 1,60 рост. Средний кут нахрен 70%. То есть надо еще измерять угол наклона во время спуска с горок. Такие крутяшки. И отовсюду здесь капает. Вот это мне прям вообще не нравится. Это же не герметично. Так же не должно быть на самом деле. Ознакомимся еще с правилами. Значит, здесь написано, здесь необходимо использовать кружок или двойной кружок. Дозволены позиции Doggy Style, Solo Style и миссионерская позиция. 17.63, ну это меня поражает, конечно. О, забороняется видеосъемка. На самой горке, я так полагаю.
Борис покатался на всех горках. И типа заняло это буквально час. И теперь Борису скучно. Борис теперь будет стримить во всевозможные соцсети. Он фотограф даже ходит. Девчонка. Девчонка за рулем. И так она ее фотографирует. Прям ответственная работа. А мне, короче, запретили с камерами спускаться на всех горках. Сказали, типа, можно использовать только в бассейне. Ну, я, откровенно говоря, не сильно расстроился. То есть, изначально мне, конечно, хотелось бы поснимать горки. Тем более, они здесь круче, чем в Dreamtown. Ну, не круче, они здесь отличаются от тех, которые в Dreamtown привычно видеть. Мне бы действительно хотелось бы снять, так как там все-таки несколько горок мне разрешили поснимать. Ну, есть в сети, короче, ну, есть в сети горки вот эти вот. На ютубе есть видео. За 2 часа ты все здесь обходишь. Ну, если без ребенка. Там еще детская зона большая. Ну и да, с ребеночком, наверное, было бы подольше. А так, в целом, ну мне нравится. Мне нравится то, что аквапарк меньше намного, чем в Dreamtown'е. Но от этого здесь не меньше всяких развлечений и штук. Это, кстати, аквапарк-терминал находится в соседнем городе, в городе Бровары. Я сюда ехал 40 километров. Нет, классно. Я вот ехал сюда, у меня были абсолютно низкие ожидания по поводу данного развлекательного центра, конкретно аквапарка, но они превзошли ожидания, мои ожидания. Короче, я доволен. Я доволен тем, что я вижу. И не зря я сюда приехал. Кто из Киева или из Киевской области, милости прошу, аквапарк, терминал в городе Бровары. Серьезно, если у вас есть возможность, то обязательно... Обязательно посетите это место, вы останетесь довольны в любом случае. Тем более сегодня воскресенье. Ну из-за этого, конечно, аквапарк забит, он прям вообще плотничком. Вот, и в Dreamtown'е аквапарк тоже был бы забит, но если вы хотите приходить, например, с кем-то, то накладно, ну типа воскресенье там дороже всего получается, в районе 250 гривен с человека, и типа если с компанией идти, то накладно получается. 2 человека 500 гривен. Дорого. 35% заряд аккумулятора. Вот это хавает аккум дико. А, и музыка здесь. Мне, кстати, нравится. Здесь вот, здесь везде играет более-менее адекватная, хорошая, приятная для ушей музыка. А в Dreamtown'е музыка нормальная играет только в этих лаунж-зонах, там, где бары и все. А здесь прям везде. Это круто. И горки здесь классные. Я думал, будет хуже, но они здесь классные. Мне, то есть, очень понравилось. Спасибо большое. Всего доброго. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте еще раз. Я у вас водичку оставлял. Борис меня зовут. Уже выпились. Нет, могли бы попить. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Откройся. Ой, блядь, зима на улице, это же ужас.